Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Кэп, и неужели мне пришла посылка вот такая вот, и причем, скорее всего, здесь не что-то одно, а два каких-то, а может и больше посылок, потому что, ну, как бы нащупывается, что там что-то не одно, и вот я уже что-то вижу. Это перчатки для мотоцикла. Пришли они вот в такой упаковочке. Знаете, а возможно, больше-то ничего и нету. Потому что все вот эти вот штучки казались, что как будто там еще есть что-то еще. Все вот эти пластмассовые штуки нащупывались. Пришли вот такие вот такой вот упаковочки. Вот, Pro Biker. И знаете, я уже заказывал такие перчатки, и приходили они мне в другой упаковке. Но сейчас пришли вот такой. Эта штучка у меня тоже была, были у меня синие, но почему-то их здесь нету. И вот такие перчаточки. И еще у них вот прошиты пальцы, указательные большой, чтобы можно было лазить в телефоне и не снимать их. Это, кстати, очень удобно. Вот. И знаете, ну, сделано все качественно, мне нравится. Мне даже кажется, что эти перчатки лучше, чем у меня уже были. Потому что, которые у меня были, они мне были маловаты, и в итоге вот здесь все порвалось. Ну, конечно, здесь я думаю, что и так все порвется, потому что, ну, блин, уже пройденный этап, и, не знаю, мне кажется, что все равно не выдержит это место и порвется, потому что постоянно это натягивать, и швы расходятся. Но ничего, я, если что, могу это все обратно пришить дело. И все будет хорошо. Вот такие сегодня мне перчатки пришли для мотоцикла на липучках. Но многого о них сказать не могу. Просто могу сказать, что я ими доволен. И сейчас надо нам проверить, работают ли пальцы на сенсорном телефоне. Так. Нажимаем. Да, работают. Это хорошо. Большой тоже работает, но лучше делать все указательно, потому что у большого какой-то он слишком широкий для моего пальца, и, короче, все легче делать указательно. Но это хорошо, ну, блин, работает, и все замечательно. Этого мне не хватало на своих старых перчатках. Приходилось их постоянно снимать, чтобы ответить на тот же звонок. Но это прям все хорошо. В принципе, по качеству все нормально, но, не знаю, говорю же, что нужно покататься на них, поодевать, поснимать. И как бы могу сразу некоторых предупредить, что возможно, я не утверждаю точно, именно на этих перчатках не знаю, но на своих первых перчатках у меня порвалось вот это место, потому что я постоянно не натягиваешь за нее, и они рвутся. Но не знаю, сколько прослужат эти, возможно, все равно следующей зимой буду заказывать опять новые. Вот. Ну а так мне все нравится. Такие сегодня у нас были перчаточки на обзоре. Все, ставим лайки, подписываемся на канал. Скоро будут еще посылки. Так что все, всем пока.